Что касается денацификации тогда, это дело самих украинцев. Мы не можем за них там все это делать. Ты говоришь, 1,5 миллиона надо? Я приводил цифры, какие мы использовали в Германии, в Восточной Германии, где население было на порядок меньше. Мы что, хотим влезть туда, в Новый Афганистан, только еще хуже? Там население больше. И оно более продвинуто в плане обращения с оружием. Нам это не надо. Хватит мы вот это сам. Мы, армия выполнила задачи. Пусть работают дипломаты, какие-то другие структуры и решает эти задачи. Армия, я еще раз говорю, 100 раз, не может быть инструментом решения всех задач.